столица преобразится. Помогать изменить Астану к 2017 году приедут представители более 100 стран мира. Такой прогноз сегодня сделал глава Международного бюро выставок Висенте Лассерантес. Первые встречи со странами, которые примут приглашение на участие в выставке, состоятся к концу 2014-го. Период с 2015 по 2017 год будут проходить этап реализации проектов. До этого предстоит проделать колоссальную работу. Строительство, коммуникационная политика, проработка вопросов, касающихся посетителей, инфраструктура, подготовка документов. 5 миллионов гостей, которые посетят Казахстан в течение 3 месяцев 2017-го, не должны испытывать неудобства. Все эти вопросы были проработаны еще когда Казахстан был кандидатом для проведения выставки, но сейчас их необходимо проработать более тщательно, чтобы до конца года наша организация получила результаты. Уже потом у нас будет возможность пригласить представителей частного сектора из разных стран, чтобы они помогали реализовать Экспо-2017. Точный бюджет Экспо-2017 будет известен только в конце 2013 года. Но организаторы обещают отчитаться за каждую потраченную копейку. Мы придадим очень большую прозрачность этому процессу. Ну, есть опыт проведения таких мероприятий во всем мире. Мы в соответствии с этими правилами будем работать. В заключении европейский гость призвал всех казахстанцев не оставаться в стороне и предлагать свои интересные идеи. В ближайшем будущем пройдут конкурсы студенческих и научных работ. Все новости будут отражаться на информационных ресурсах, а также на сайте Астана Экспо 2017. Мируэр Шакенова, Баужан Кажаканов, телеканал Алматы, Астана.